Здравствуйте. Ольга нас сегодня будет обслуживать. Очень приятно. Ну бери, дядь Володь, да пойдем. Что взять, котлету или рыбу жареную? Котлета залетит. Я думаю, получше. Оль, котлету дай. И два кофе. Подогреть, да, и два кофе, Оль. Здорово, Лёх. О, я думал, Светлана. Чё ты там увидел? А, Владимир Иванович. Чё думаешь? Котлету. Пирожные взять себе? Себе? А мне? И тебе. Тогда не пирожные, а вот такие вот кексики. Мне кексик, Владимир Иванович, кофе. А себе пирожные можешь взять. Ты понял? Mm-hmm. Ну. Два кекса. Пару кексиков. Да, вот таких. Ну. А ты что будешь? А? Один по тебе пару кексиков или вот. В один, ложить, да. Два ложить. Два. Ты что будешь, Владимир Иванович? Кофе, котлетку. А пирожное? А? И вот это пирожное, Ольга. Бери-ка. Нет. А какой? А вот это отрезано. Это мой взгляд. Это чтобы видно, что было. Ну ничего. Половинку взвешивайте. Конечно. Так тоже можно. Целую не вкинем. 203 рубля. Заодно попробуем. Если вкусно, будем брать еще. 3? Да. Котлеты, да. Кексики. Пойдем за стол. Уходи, люди подошли. Всем приятного аппетита, друзья. Едем дальше. Ну и привет из станицы Преображенской. Пишите, кто откуда. Всегда интересно знать, кто нас смотрит. Кто с каких городов. Спину полечить надо. Кто мне за перчатки. Лёх, как делишки? Нормально. Молодец. Становись, дядь Володь. Трапезничай. На улице холодно уже. Сегодня мороз, наверное, был минус один, я так думаю. Чуть подзамерзло все на улице. Во. Кексики, котлеточки. Так же нельзя, да? Наверное. Ты куда? На улицу. А что не здесь? Там холодно. Чтоб кофе остыл. А, ну давай. Я здесь пока буду. Всем приятного.